Уже Саша не слышит. Вот опять в гостях я у друзей родных. В Красюковке солнечная станица. В теплом окружении мой быстрый стих на листок бумаги вновь ложится. Стих не о печали и тоске, что порою так нам душу мутят, но зато на письменном листке он себе любовь прославит к людям. И любовь не только лишь ко мне, но и к тем, кто Богу следовать знают. Потому и люди, как родне, с радостью к ним в гости приезжают. И любовь не только лишь ко мне, но и к тем, кто в обусленной знают. Потому и люди, как родне, с радостью к ним в гости приезжают. Но когда безжалостно ударит жизнь, трудностями нервы проверяя, нет сомнения, как же дальше жить, как жить, и Господь с любовью укрепляет. Вкусными дарами их земли, пойманной в Дону казачьей рыбкой, чтобы Вова с Леночкой могли угощать друзей всегда с улыбкой. С грустью покидая дом родных, чтоб вернуться в стены интерната, хочется мне очень, чтобы стих, мой стих, помогал, как наш Господь, ребятам. С грустью покидая дом родных, чтоб вернуться в стены интерната, хочется мне очень, чтобы стих, мой стих, помогал, как наш Господь, ребятам. Хочется мне очень, чтобы стих, мой стих, помогал, как наш Господь, ребятам. Владимир и Елена Поповы.